Всем привет, с вами Клеопатра. А перед началом этого видео советую вам начинающий клан 3-го левла Ace Club. Ребята ждут свой состав абсолютно любые ТХ. Самое главное — это ваше желание участвовать в КВ, потому что КВ здесь идут нон-стопом. И могу сказать, что для клана 3-го левла, для начального клана, варлок весьма приятный. Выиграно 17 КВ-шечек и всего лишь 4 поражения за всю историю клана. Я думаю, что было бы очень неплохо расширить эти КВ, потому что сейчас ребята играют в основном 15 на 15, и чем больше народу будет, тем будут больше КВ и тем будет интереснее. Хэштег клана вы сможете найти в описании к этому ролику, ну а мы с вами переходим к сегодняшней теме. Те, кто подписаны на нашу группу ВКонтакте, уже, наверное, в курсе, что у нас появился действительно очень классный виджет, который показывает расписание всех ближайших мероприятий. Для того, чтобы попасть в этот виджет и увидеть, что у нас будет происходить в ближайшее время, вам нужно перейти по ссылочке «Что, где, когда» и, собственно, попасть уже в само приложение. Здесь вы можете не только посмотреть, когда будут ближайшие стримы, в какое время, и точно сформировать свой график, чтобы ничего не пропустить, но еще и поставить оповещение, чтобы за 10 минут до начала стрима или какого-то еще мероприятия к вам приходило оповещение, и вы смогли вовремя на него прийти. Потому что колокольчик на YouTube не всегда хорошо работает, это мы выяснили в прошлом ролике, и на самих стримах часто выясняем, а вот эта штука действительно будет вас уведомлять в тот самый момент, когда это необходимо. Поэтому крайне советую подписаться на это приложение, оно будет вас очень хорошо информировать. Я думаю, что многие из вас помнят обзор, посвященный самым старым кланам в Clash of Clans. Тогда я просто ходила по этим кланам и показывала, что есть такие места, где люди писали последние сообщения около 1500 дней назад. Но именно тогда меня интересовал уже вопрос, а есть ли такие кланы в СНГ? То есть ли такие же самые старые кланы, только русскоговорящие? Найти такие кланы было весьма проблематично, потому что какого-то определенного фильтра, конечно же, нету. Однако же мои подписчики постарались на славу и смогли все-таки отыскать такие кланы. Ну что ж, погнали! И начнем мы немножечко издалека с воспоминаний о прошлом. Я думаю, что есть люди, которые не видели прошлые обзоры, и для них будет весьма интересно понять, что же тут происходит. И как раз таки один такой старый заброшенный клан под номером 1, действительно очень интересное название клана номер 1, нашел мой подписчик Ильнур Кабанов. Здесь последняя запись датируется аж 1600 с лишним дней назад. Более того, этот обзор записывался и озвучивался с разницей практически в полмесяца, так что, соответственно, то, что вы видите на экране, к этому прибавляйте еще плюс 15 дней. Соответственно, здесь уже не 1676 дней, а практически 1700 дней назад была последняя запись. Давайте задумаемся на секундочку, 1700 дней назад это вообще примерно сколько? И после нехитрых вычислений можно примерно прикинуть, что последняя запись в этом клане была более чем 4,5 года назад. Согласитесь, это реально очень много для игры. 4,5 года — это очень-очень много. Однако же на этом дело не заканчивается, и мы перемещаемся в следующий клан. А вот все последующие кланы нашел уже другой мой подписчик Данил Кирсахин. Дане отдельное спасибо, потому что это человек, который действительно находит много-много чего интересного. И первый клан, который обнаружил Даня, это был клан Коптилка. Клан довольно с таким интересным названием. Давайте пролистываем вверх и смотрим, когда же там была последняя запись. Последняя запись, которая сохранена в чате, датируется 1250 дней назад. Согласитесь, это тоже очень много, и что самое важное, это уже русскоговорящий клан, то есть это одни из первых людей, которые создавали кланы в то время. Это, не знаю, как-то, наверное, более интересно, потому что можно почитать то, что происходило в этом клане, и понять, что самое главное, потому что обычно, заходя в такие кланы, ничего не понимаешь, потому что чат зачастую даже не на английском. Здесь же можно посмотреть, как вообще у них тогда все проходило, как ребята создавали эти кланы. Иногда там происходят какие-то диалоги между главой и соруками. В общем, почитать довольно забавно. Следующий клан, в который привел меня Даня, это клан BXNY. Честно говоря, не знаю, почему такое название. Я пыталась прогуглить эту аббревиатуру, но ничего путного я особо таки не нашла. В шапке тоже ничего не сказано, но и по чату, в принципе, также непонятно, почему именно такое название, и тут остается уже только гадать. В этом клане последний
Последняя запись была более чем 1400 дней назад. Однако и это тоже не предел. Едем дальше. А вот следующий клан как раз таки и является одним из самых давних кланов в СНГ. Этот клан датируется более чем 1700 дней назад. Согласитесь, это очень много. Ну и название, конечно же, я озвучивать не буду. Если в предыдущих чатах в основном можно было прочитать какие-то диалоги между главой и Саругами, то в этом чате, в принципе, я думаю, вы догадываетесь, что можно прочесть, но для тех, кто еще не догадывается, собственно, все на экране, либо же, конечно же, я оставлю хэштеги в описании, можно будет погулять по этим кланам. Но, тем не менее, это один из самых давних кланов, который нам удалось найти более чем 1700 дней назад, дата последнего сообщения, и да, ребята, как бы это ни было парадоксально осознавать, но, к сожалению, один из самых старых кланов имеет именно вот такое название. Ну и гуляя по всем этим разным кланам, Данила по ходу дела наткнулся на один весьма забавный клан, потому что в названии клана написан мой ник. Клан тоже является заброшечкой, последняя запись датирована более чем 1350 дней назад, и в шапке клана написано турецкое слово, которое в переводе на русский означает «новые». Не знаю, что именно хотел сказать глава этого клана, но тем не менее такой клан тоже существует. Так что, создавая Dark Masters, можно было бы в принципе вспомнить, что оказывается у меня есть уже один клан, но просто про него немножечко забыли. Вот такие интересные кланы находят мои подписчики, ребята молодцы, и если вы знаете клан, в котором последняя запись была более чем 1700-800 дней назад, то пишите об этом в комментарии, и возможно это будет повод снять новый ролик и найти еще более древний клан. Ну а пока что все те кланы, которые показаны в обзоре, я, естественно, оставлю хэштеги в комментариях, вы можете по ним пройти и заодно посмотреть, что я написала в каждом из кланов. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, хороших вам войн. Пока-пока!